Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на «Парень против пони 5». И что же, мы наконец-то дошли до этого ролика, учитывая, что я уже делал на все четыре части реакцию, я где-то здесь оставлю подсказочку, можете посмотреть прошлые части, если захотите. Так что, да, давайте-ка посмотрим, и завтра хочу вас предупредить, что завтра будет... Пони встречают Рика и Морти. Да, я наконец-то дойду до этого видоса. Что ж, давайте-ка начнем. Кофеечку. Где это стукает? О! Скример чисто. All right. You got another throw there, pony. Хорошо, хорошо. Ты имеешь еще один бросок, пони девочка. Рейнбоу. Да, кстати, я затупил. В общем. Многие могут же поставить теперь вот так вот, чтобы я не переводил ничего. У меня все еще есть ближайший бросок. Apple Smack. Just try and beat it. Попробуй побить его. Это было больно. Надеюсь, он хотя бы во время того, как делал это... Он не кинул в себя действительно. Да, там была графика все-таки. О, яблочки. Отличная идея, я тоже голодаю. Я тоже проголодалась. Это яблоко вкусное? И опять у него, да, в руке не будет яблока. Где? Где она? Ай. Goddammit. Хотел яблочко схавать. О. Котейка. Блин, какая классная котейка, подождите. Какая пушистая. Блин. Хочу себе когда-то такую кошку. Не трогать. Окей. Что он делает? О, господи. Сразу же на мусорке оказался. Ох уж этот трогает и трогает. Wow, great idea. I'm starving too. This apple is delicious. Я так понимаю, он записывал отдельно еще свои идеи, делая вот таким вот образом, для того, чтобы можно было все записать и все в таком духе. Ну, блин, круто. Но музыка из Джоджо просто идеально подставлена. Да. И он действительно в мусорку забрался для этого. Лол. Стормикс — это просто идеальный автор на Ютубе в плане пони-контента. И я надеюсь, что он все-таки наберет миллион подписчиков. У него 993 тысячи. Так как... если мне не изменяет память,
Еще не существует каналов по пони-тематике, набравших миллион подписчиков, которые продолжают делать пони-контент, а не забросили это. Так что надеемся на лучшее. Что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи и всем пока-пока.